Вулкан Этна снова начал извергать раскаленные фонтаны лавы и клубы дыма из кратера. По информации Национального института геофизики и вулканологии Италии, активность вулкана стала возрастать с 5:45 утра по местному времени, продемонстрировав резкое увеличение значений вулканических толчков. Фонтан лавы извергался в течение часа и выпустил поток высотой в 6,5 километров над уровнем моря. Этна высотой 3329 метров считается одним из самых активных вулканов в мире.